Депутаты оппозиционной радикальной партии Олега Ляшко предлагают создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования беспорядков возле здания парламента, которые произошли 31 августа. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на официальном сайте Рады в среду. Массовые беспорядки начались у здания Рады на прошлой неделе после принятия депутатами в первом чтении изменений в Конституцию страны в части децентрализации. В ходе беспорядков один из митингующих применил боевую гранату. Правоохранители задержали подозреваемого, у него была изъята еще одна граната. Свыше 150 человек, из них более 60 бойцов Нацгвардии, пострадали в ходе столкновений. Позднее стало известно о кончине троих спецназовцев от полученных травм. Глава МВД Арсен Аваков уже обвинил в участии и организации беспорядков партию «Свобода» и ее лидера Олега Тягнибока. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман ранее заявлял, что считает целесообразным создать временную следственную комиссию для расследования беспорядков после получения предварительных выводов правоохранительных органов.